Почувствовать тепло родного края военнослужащие смогут уже в ближайшее время. Студенты Самарского колледжа сервиса производственного оборудования в рамках общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» изготовили очередную партию печек-буржуек. В чем заключается наша помощь? Совместно со студентами, совместно с мастерами производственного обучения на протяжении уже около 2 месяцев мы занимались изготовлением полевых печек, которых изготовили на сегодняшний день 67 штук. На изготовление одной такой печки уходит примерно 4 часа. Бойцам она нашим пригодится, чтобы согревать их, сушить вещи. Колледж тесно сотрудничает с Самарской региональной общественной организацией, оказывающей поддержку мобилизованным гражданам и участникам СВО «Самбат». Волонтеры организации регулярно доставляют гуманитарную помощь, собранную и изготовленную специально для военнослужащих. Во время таких поездок списки необходимых вещей корректируются. Нередко возникает необходимость в создании какой-то принципиально новой конструкции. Так появилась идея попробовать изготовить маневренные металлические носилки на колесах. Я подсмотрел эту идею в зоне СВО. Я увидел, как ребята работают с такими носилками металлическими. И приехав в Самару, я об этой идее рассказал в нашем колледже, который производит там всякие интересные металлические изделия. И руководитель колледжа, конечно, сказал, давайте попробуем. И сейчас на настоящий момент как раз делаем пилотную версию. Металлические носилки на колесах могут послужить как для перемещения вещей, так и раненых бойцов. Продукция, которую изготовили неравнодушные студенты Самарского колледжа, уже в ближайшие дни отправится в зону проведения СВО. Александра Гусева, Константин Головин. События.